Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Ребятки, я вас сегодня приглашаю в новый выпуск и даже в новый сезон. Да-да, мы создали новый плейлист по Турции с палаточкой. Именно так мы его назвали, именно так и будем делать. Потому что выезжаем из этой квартиры с этим прекрасным видом на вершину Тахталы. Едем с палаточкой, едем сейчас в кемпинг. Далее будет видно, поэтому самое время подписаться на канал, поставить лайк, писать комментарий и, конечно же, следить за нашими новыми путешествиями. Сейчас будем собираться и выдвигаться в путь. Погнали! Ну что же, мы начинаем собираться, нам завтра уже предстоит переезд, надо сегодня что-то перестирать, убрать квартиру, собрать вещи. У нас по-прежнему остаются два чемодана. Я думаю, что в этом переезде мы уже не будем ничего выкидывать, потому что здесь мы прожили в этой квартире 11 дней. Одни сутки мы жили в палатке, я думаю, вы помните. Сегодня мы тоже переезжаем, как сказал уже ранее, мы отправляемся в новый сезон. Несколько дней будем колесить по кемпингам этого берега, смотреть, изучать и с вами делиться этой информацией. Я думаю, получится очень захватывающая история. Перед тем, как мы начнем наш переезд, нужно дойти до банкомата, снять наличные, потому что если арендовать машину, ему нужно отдавать деньги кэшем. Плюс хочу подстричься, плюс в любом случае, чтобы был с собой кэш. Мы не знаем, короче, то ли стоит нам сейчас арендовать машину, то ли передвигаться на такси. Еще пока думаем над этим, потому что тачка реально здесь стоит прилично денег, а такси выйдет дешевле. Опять-таки, как вызывать такси, если ты будешь в каком-то месте стоять, приедет туда машина, плюс нам сейчас нужно совершить именно переезд. У нас много вещей, да, там уже показывали. Часть вещей мы тоже планируем оставить в Оранжкемпе. Туда ребятам в кладовку пока поставить, пока мы будем кататься, пока у нас нет какого-то твердого решения, да, по ВНЖ, поэтому, естественно, нужно, чтобы была наличка с собой. И подстричься, я уже сказал. Пока я иду стричься, хочу вам показать одну квартирку, которая здесь в Кемере появилась на продажу. Обязательно посмотрите, это очень интересный комплекс, от которого на самом деле мы вообще там были в шоке. И это не просто квартира, это квартира наших зрителей. Наши зрители смотрели наши выпуски, видели недвижку, которую мы вообще рекомендовали, показывали. Они себе купили побольше, а свою сейчас продают. Вот. Так что обязательно посмотрите. Кому не интересна вообще недвижимость, даже не хотите посмотреть, какие квартиры там продаются и какие там цены и так далее и тому подобное, можете там просто перелистнуть этот момент и продолжить с нами переезжать. Ну а кому интересно, обязательно посмотрите, ну точно обалдеете. Мы немножечко прервемся. В комплексе, где мы живем, продается очень интересный вариант квартиры. Я его уже показывал в наших выпусках, но сегодня не про него. На него я просто оставлю ссылочку там в описании, зайдете, посмотрите. Сейчас появился вариант здесь, в Кемере. Это очень важно, что Кемер. Вот, мы сейчас с Димой доедем, я вам отсниму и покажу, что за квартира. Вот Дима, кстати, уже стоит, меня ждет. Здорово. Здорово. Что, давно не было риэлторских выпусков, да? Опять будут хейтить тебе, ребята. Не, ну это же не риэлторский выпуск. Ты же не риэлтор, правильно? Ну, правильно, но вот. Они-то не знают, они думают, что вот там связался с риэлтором опять. Опять что-то впаривают, да? А между прочим, вот... Твоя подписчица, да, тебе была настолько благодарна, потому что вот мы сегодня поедем к ней домой. Благодаря твоему выпуску она не только смогла, скажем так, ну, найти новую квартиру, да, и переехать, она, ну, решила как бы вопрос с коллективом, да, то есть она нашла себе друзей, там, подруг. Клуб знакомств. Да, такой, ну, так называемый клуб знакомств. Буквально, ну, можно сказать, человек... грустил. Ей, да, ей конкретно не хватало общения, и ну, на базе там нашего отеля вот эти вот турецкие ночи, да, проходят разные, и она сейчас стала приходить к нам,
и настолько довольна, что вот прям, я не знаю, она тебя увидит, расцелует, наверное. Вот так вот, готовлю щечки. Да, и дело даже не только в квартире, хотя квартира, конечно, ну, тоже, да, ей там понравилась, она выбрала новую, там сейчас мы выбираем мебель, будем делать ремонт, и самое главное, мы предложили такие условия, да, которые, ну, наверное, ни одна компания, ни один застройщик бы ей не смог предложить. Мы забрали ее квартиру, да, на продажу, и там с небольшой доплатой предложили ей более большую и новую. Вот, то есть она... И такие условия доступны только для наших зрителей. Вот так вот. Короче, едем смотреть квартиру. Привет, Владимир. Здрасте. Как дела? Мы приехали. С нами снова красивые виды. Здесь в Кемере по-другому невозможно. Комплекс называется OneL Vision. Вот. Территория закрытая, все как обычно. Сейчас будем двигаться сюда. Здесь сразу можно заметить, что, смотрите, мы как будто бы мы попадаем просто в русский комплекс. Раз, машины на русских номерах. Два, машины на русских номерах. Три, машины на русских номерах. Вот. Вот так вот. Нет, это на украинских номерах, да. Большущий комплекс, маленькая застройка. Ну, короче, все как обычно. Причем этот комплекс, он считается премиального типа. Он достаточно свежий, где-то 8-9 лет ему примерно. Территория большая, всего 3 корпуса находится. Уже высадки все есть. Да, здесь уже все растения большие, достаточно такие. Бассейн, посмотрите, какой, вау, да, огромный. Прикольный. Детский бассейн, взрослый бассейн. Он большой, огромный, так по кругу можно. Ну да, плавать. Прикольно, слушай. Здесь фонтанчик, видимо, да, какой-то еще сверху? Ну да, тут, видимо, они... Да, бассейн, короче, вообще прям реально огромный. И вообще, вот посмотри на вид, да, то есть домики достаточно такие красивые. Нигде штукатурка не облуплена, да, то есть все свежее. Ага. Вот. Еще что мне понравилось, да, например, в этом комплексе. Это прикольная тема. Это мангальная зона. Большая. Посмотрите, большая. Вот у нас... То, что не хватает вашим. Вы собираетесь в подъездах, понимаешь? Мы не в подъездах, мы на улице сейчас, но тем не менее, да, посмотри, здесь под крышей, во-первых. Блин, круто. Кухня сделана, гриль, мойка, да, то есть, прикинь, вот даже посмотрим. Все вот прям это. Жители этого комплекса, они просто выходят и готовят прямо здесь. И во. И детская площадка во, своя, во, прикинь, персональная. Да, вот это очень не хватает вот в комплексах. Вот где мы сейчас живем, где вот вы, у вас жили, да, здесь вот, пожалуйста. Причем достаточно большая. Здесь можно, вот смотрите, шахматы, сидеть, шашлык жарить и сразу заниматься. Вон шахматами, в нарды играть. Здесь, кстати, колонки висят, видимо, у них... А, так у них вот он, проектор. А, проектор, да. На стену, да, прям на белую. Они здесь, видимо, собираются, здесь смотрят кино. Вечерний просмотр фильмов. Настольный теннис. Настольный... Слушай, ну, я... Прикольно. Честно, я, честно говоря, когда первый раз увидел такой комплекс, я даже не думал, что у нас они есть в основном в Жаке. Это именно комплекс, который строился как там премиум-класса, да. Здесь люди все такие, ну, тоже подобраны, как бы, такие состоятельные, спокойные, да, никаких тут ни аренд, ну, в аренду ничего не сдается, я так понимаю, только люди. Сколько здесь до моря? Люди чисто для себя. Это примерно вот наш район, то есть где-то в районе 3 километров, ага, до моря, то есть это Аслан-Буджак. Ага. Вот, и при этом еще и виды классные, то есть мы сейчас зайдем в ту квартиру, я покажу. Остров тоже, кстати, классный, да, пальмовый остров. Пальмовый остров. Вообще невероятно. А, кстати, у них тут еще есть сауна. А, да? Да. О, слышишь, помнишь, когда я тебе это сказал? А есть такие комплексы? Ты говоришь, нет, нету, помнишь? Слушай, я первый раз снимали с тобой. Я честно не знал, потому что... Ну, видишь, здесь комплекс на 54, по-моему, квартиры. А у нас комплексы, они все, ну, такие компактные, то есть максимум там 24 квартиры. Спортзал. Да. Видимо, все-таки на 50 квартир можно это делать, я имею в виду. Ну и при том, mm-hmm, это строилось 8-9 лет назад, здесь цены совсем другие были, mm-hmm, и можно было там себе позволить это делать. Сейчас уже, к сожалению... Ну это прикольно, сауна. Смотри, туалеты, да? Да. Туалеты. А, тут такой лаунж-зона, да?
телевизор, такой вышел с сауны, посидел, посмотрел телевизор, раздевалки. Это душевые. Душевые, и при этом, в принципе, все чистенько, да? То есть, да. Нет ни плесени, ничего, то есть так, достаточно, достаточно и чисто. Сауна. И сауна. Давай, заряжай ее. Слушай, ну это надо часов 3-4, чтобы протопить. Ну такая большая, смотри, большая сауна. В принципе, на большую компанию. Ну и для женщин. Да, отдельный туалет. Вот, я так понимаю, хамама нет, но зато сауна и, по-моему, даже что-то наподобие тренажерного зала. Ну вот, оно стоит, вот, видишь, такие, небольшая. Ну тут совсем распутно. Но... Ну, не спортсмены нет, же. Нет, ну подожди, смотри. Давай если... перчатки одевай, давай спарринг. Если человеку, например, надо, он может купить себе какой-то тренажер, поставить его и только им пользоваться сам, да? Ну, наверное, не знаю. Не хранить это дома. Вот. Прикольно. А, турничок, мама дорогая. Давай десятку. Не, я уже не подтягивался лет 10. Эх ты! А вот ты, между прочим, можешь попробовать. А у меня это хорошо получается. Да, я видел, кстати. Еще, кстати, на территории комплекса растут фруктовые деревья. Вот смотри. Гранат, пошел. Гранаты, спеют. Вот это вот, по-моему, что-то там, сливы. Не, ну здесь полностью готовый сад. Персики какие-то, да, то есть это прям фруктовые деревья. Но в новом комплексе через сколько лет все это дело вырастет? Лет все равно 5 надо. Смотри, еще фишка какая, смотри. Вот отсюда прям так, чикс. Тахталы. Прострел на вершину. Подожди, мы сейчас это увидим с балкона. А-а-а, вот такой вот спойлер. Видите, смотрите, какие красивые винтовые деревья. Да, вот здесь припаркован тырчик на зарядку. Ну что, поднимаемся? Давай. Кстати, смотрите, какие подъезды тоже покажу. Кстати, плюс, да, то, что квартира не на первом этаже. Это тоже важно. Многие прям не хотят брать на первом этаже, потому что думают, там, может быть, холодно зимой будет, или там какая-то плесень, да, пойдет. Вот, квартира, по-моему, на втором этаже, если я не ошибаюсь. Да, на втором, идеально прям. И сейчас зайдем вовнутрь. Ну вот как подъезды, да, выглядят, сами посмотрите. Хоп, три квартиры. На этаже. Да. Никаких стенок, ничего. Из квартиры выходишь, сразу дышишь зелепушкой. Красота. Ну, как говорится, давайте смотреть и входить. Тук-тук-тук, можно? О, так. Все, мы можем зайти. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как дела у вас? Я уже... Мы застали врасплох, да, сразу? Да, я перекусываю. А что вы кушаете? Котлетку. А мы ходим как раз... Мы на запах пришли, котлеты. Ходим. Ну, надеюсь, Слава, ты это уберешь? Нет. Ходим, смотрим эти фруктовые деревья у вас. Да, у нас очень много фруктовых деревьев. Здесь, говорю, гранаты, здесь персики. Там. Здесь котлетки. А здесь котлеты, да? Ну, заходи. Сейчас, давай, наверное, вот прям сходу начну. Нет, подожди, Славик. Я вот это уберу, да? Ну вот да, я пока. Только. В общем, сейчас быстрый марафет и продолжаем. Когда все убрано и все прибрали, можно начинать. Вход. Это работает, Шуколина? Я думаю, да. Это же домофон на этот... О, на вход. Можно кого угодно вызвать. Вот так вот. Так, ну что, попадаем в прекрасную квартиру. На самом деле, я ее уже бегал, посмотрел. Дима ее, естественно, тоже посмотрел. И хочу сказать, что это прям прикольно. Поэтому смотрите, прям не перематывайте. У нас в прихожке сразу встречает нас туалет. Смотрите, какой прикольный. Опа. Так, ну здесь, в принципе, что, ничего необычного нету. Это раковина, огромнейшее зеркало. Это я. Плюс дополнительное зеркало, унитаз. Значит, и душевая кабина, стеклянная дверь. Прикольно. Так, сразу хочется сказать то, что в квартире остается абсолютно все. Как вот мы сейчас ее видим, так она и у вас и будет, когда вы ее приобретете. Пойдем в спальню? Пойдем. Зачем ты меня в спальню зовешь? Ты чего, блин? Ёбарасота. Ладно, пойдем в кухню тогда. Че, на кухне лучше? Да. Ну, пойдем. О, кстати, смотри, встроенный шкаф. Да, ты мимо него вообще прям просто проходишь. Я даже не заметил его. Вот. Смотри. О, пылесос. Счетчик, все видите, очень убрано, чтобы ничего вот это вот не висело. Так, здесь у нас... Кухня,
Здесь как бы выглядит как студия, причем очень крутой бонус – это балкон. Сейчас тоже покажем. Здесь новая стиральная машинка, есть духовка. О, здесь не газ, да? Да, здесь, по-моему, индукционка. Индукционная. Ага. Так, чайники, соковыжималки, микроволновка, вытяжка, холодильник. Ну, это все, как говорится, традиционно. Дальше здесь такая стена прозрачная. Ага. Установлен стол небольшой. Ну, собственно, здесь наши зрители, они в количестве 2 человек, да? Молодая пара. Так, зеркало с кожей крокодила. Шутка. Так, большой телевизор. Как она правильно, эта стена называется? Я думаю, телевизионная стойка. Да, тумбочка. Тумбочка. Так, здесь диван. Вот, пожалуйста, очень аккуратно встал, не мешает проходу. Здесь столик, чай, кофе пить. Причем обеденная зона как-то отделена, да, вот этой перегородкой. Угу. Тоже интересно. Пойдем в комнату, давай эту фишку оставим на потом. В конце, давай? Да, пойдем давай. В комнату. Все-таки пойдем в комнату. Это самая большая фишка здесь. Это спидометр. Определять вашу скорость. Скорость, с которой Славян продает квартиры. Так, вот смотрите, пожалуйста, заходим в комнату. Здесь все максимально просто. Кровать, кондиционер, бриллиантовая люстра. Премиум класс же все-таки. Огромнейший шкаф. Что там есть? Короче, там вещи, ладно. Да, личные вещи. Личные вещи. Да. Давай, что? Я хотел сказать, что... Нам это просто сразу бросилось в глаза, вот эта вот история. Когда смотрите ты внимательно. Лежишь на кровати, тебе никто не смотрит в окно. Ну, то есть, посмотри, пространство, и нет домов перед тобой. Смотрите, наоборот, вообще. Наоборот, красивый парк. Мне Елена рассказывала, что они с мужем туда ходят гулять. И там наверху тоже классный вид открывается на Тахталы, на горы, и там есть даже кафе. То есть можно, рестик. Да, посидеть и помедитировать, скажем так. Ага. А еще иногда по большим праздникам здесь включают фонтан, вот этот, наверное, бассейн. Ну, не бассейн, фонтан, да. То есть вода течет прямо оттуда, да, все наполняется, все красиво журчит. Супер. И вот единственный дом, который стоит, который может смотреть тебе в окна, вот он, да, и то он закрыт полностью деревьями. Класс. Ну и сами видите, здесь никакого автомобильного трафика нету, да, тишина, улица и тихая, благодать. Да, из спальни тоже вид на горы. Ну вот давайте ляжем. Ну-ка, смотрите, вы просыпаетесь, смотрите, какой вид у вас. Ну невероятно, а, прям на вершину. Круто, вот так вот вышли, вот так вот. Эй, доброе утро всем! Вы проснулись? Проснулись. Ну все, пойдемте теперь самую главную фишку, да, смотреть. Это квартира 1+1, то есть одна спальня и кухня-гостиная. Но у нее классная планировка. Классная планировка, удобная, правильной формы, да, тоже обрати внимание. Угу, и общая площадь здесь примерно 50 квадратов, чистыми. Вау. Да. С балконом будет даже тут получше. Прям топчик. Смотрите, мы выходим на балкон. Здесь балконы небольшие, но они настолько крутые. Смотрите, сюда помещается стол. Вид на вот этот прикольный вообще бассейн. Смотрите, остров пальмовый, детский бассейн. И, конечно, смотрите, бонусом в этой квартире какой вид. Тахталы, хребты. Просто невероятно. Вид вот, например, на Таврские горы. Ага. Вот, например, вот эти вот, они лишены такого вида. Ха-ха-ха. А вот эта квартира топ. Вот у вас есть очки, пожалуйста. Шикарно. Ну и людей, да, слушай, ну немного. Да. Наверное, как и везде в комплексах. Наверное, знаешь, у зрителей возникнет вопрос, а зачем же такую хорошую квартиру, да, менять на другую? Отвечу. Значит, эта квартира 1+1, они переезжают в 2+1, потому что, ну, понятно, что когда у людей появляются дополнительные возможности для инвестирования, да, купить что-то отдельное, большое, это сложно. А вот так доплатить немного, да, и увеличить свою площадь, тем самым, скажем так, увеличив и ценность квартиры, вот они решили поступить именно этим образом. Ну и плюсом, конечно, бонусом мы им дали всю новую мебель, всю новую технику в квартиру поставим. И, конечно, классные условия по рассрочке. Вот. И, конечно, вот эти все активности, которые отели у нас идут в подарок, да, то есть сауна, хамам, тренажерка, они гораздо, скажем так, лучше, чем
в этом комплексе. Слушай, сейчас, наверное, просто вопрос, типа, что за отельные вот эти штуки? Мы уже как-то в выпуске говорили, что когда ты покупаешь здесь недвижимость, вот у компании Викинг, ты получаешь VIP-карту, да. Правильно? Да. И можешь посещать отели совершенно бесплатно, точнее, инфраструктурой отелей можешь пользоваться совершенно бесплатно по этой карте. Вот да, так, правильно? Верно. Еще пляжами можно пользоваться. Вот. Я думаю, что покупателю этой квартиры мы, скорее всего, тоже дадим такие привилегии, потому что все-таки это наш будет клиент. Клиент, да, и мы дадим тоже такую же карту. Поэтому это будет еще супер большой подарок. По промокоду. Семья на чемоданах. Да, обязательно. Вот. Так что, ребятки, если заинтересовались, обязательно пишите Диме. Там контакты в описании, все, естественно, есть. И, кстати, пока говорю, сразу хочется обратить внимание, что здесь стеклопакеты тоже премиальные. Нестандартные, как везде. И сейчас, кстати, будет вишенка еще на торте. Я покажу, что бонусом идет. Квартире вы просто, ну, реально офигеете. А бонусом к этой квартире, представляете, идет кладовка. Смотрите. Кладовка. Во, вот отсюда, кстати, хороший вид открывается. То есть у вас есть мини-склад. Причем, я думаю, что он квадратов 6, да, по-моему? Больше, мне кажется. Посмотрим. О, ничего себе. Смотрите, вот это вот вам будет тоже бонусом. Блин, вообще офигенно. Капец. Тут да. Можно даже мотоцикл хранить. Ну, спокойно, конечно. Да. Ну, Слава, огромное спасибо и счастья в жизни. Спасибо. Встретимся еще, ну, я конечно, думаю, здесь, да. В Турции, если будешь. Да. Никуда не рванешь. Ну, в другие страны. Если дадут этот, как он называется, коммент. Ждем, ждем. Ну, хэппи-энд. Ну, вот пока вы смотрели квартиру, на моей голове стало... меньше волос. Кстати, стрижка сейчас стоит 200 лир. Последний раз мы стриглись с мальчишками, 110 отдавали. Это там, в Асламбуджаке. За пацанов по 110 было, а у меня было 130. Прикиньте, насколько подорожало. Опа! Покажу вам еще раз. Мы купаются в бассейне, все детки. Вон Мирошка. Мирошка вообще полюбил купаться в бассейне. Прям вообще не вытащишь. Вот, кстати, я говорил в начале выпуска по поводу квартиры. Вот эта вот квартира на первом этаже, она продается. Там ссылку оставлю в описании, кому нужно, посмотрите. Может быть, кто-то захочет приобрести. Все, а мы в этой квартире уже последний день. Собираемся и едем. Мы когда сюда переезжали, у нас этот ящик был собранный. Мы его недавно, да, открыли. А теперь вот я не знаю, упаковывать все в ящик, либо ящик снова сложить, убрать чемодан. Вот пока думаю, что делать. У нас тут бардак, не обращайте внимания, как говорится. Нам нужен наш розовый, опа, чемодан. Шикс. Сейчас его будем укомплектовывать. Самое интересное, мы до сих пор не знаем, на чем мы поедем, либо на такси, либо на арендованной машине, но вообще на самом деле цена на машину, ну, действительно какая-то большая. Она, ну, окей, там, в плане сезона, там, она небольшая, но на самом деле платить сейчас 4000 за тачку, это как-то так себе. Плюс нужно еще за аренду кемпинга платить, плюс еду покупать. Ну, как бы очень дохрена. Мы решили, что, скорее всего, мы отправимся на такси, будем пару дней в том кемпинге, потом, возможно, мы прямо на такси переедем в другой кемпинг, потом оставим вещи. Короче, я не знаю, от этого и интереснее, потому что мы сами не знаем, как мы будем передвигаться. Вот, я думаю, так и будет прям приключение. Спустя минут 20, пока все идет по плану, потому что я даже самокат и скейт убрал в чемоданы, представляете? Правда, он чуть себе палец не отрубил. Вытаскиваю ручку из этого самоката. Смотрите, готовим мы вот такую вкусноту. Здесь у нас курица и много-много овощей. Сейчас это дело быстренько замаринуем. Там соль, перец, все дела. И все, немножко помаринуем и отправим все это дело в духовку. Будет очень-очень вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, там что-то даже бурлит. Я надеюсь, готово. Ну вот теперь все это надо красоту как-то аккуратно положить по тарелкам, ужинать и ложиться спать. Вкусно, сын? Конечно, да? Как? Вкусно, мой маленький. Еще... Да, ура. У нас вкуснота, видите, какая? Ура. Получилось. Тебе... Все, вот теперь мы точно кушаем, отправляемся спать, утром просыпаемся и продолжаем выпуск. Вот и утро.
доедаем все, что есть, готовим завтрак. Здесь остатки из настенки. Мы с мальчишками поедим кашку, попьем кофе. У нас, кстати, закончился нормальный кофе. Остается только такой. Его, значит, попьем. И будем уже все вызывать такси. И, как говорится, let's go, ушки, да? Мы собрались, и я вам готов показать, сколько у нас вещей. Их оказалось не так-то мало. Но зато очень компактно. Традиционный рюкзак с техникой. Пачка памперсов. Мы прям вот купили, значит, рюкзак. Ящик. Здесь тоже много всего необходимого. Первой, так сказать, помощи для бездомных. Здесь что-то непонятное. Там у нас, смотрите, еще две сумки. Рюкзак и Родиона, коврик, палатка, чемодан один, чемодан второй и Тёмкин рюкзак. Вот с таким вот набором вещей, представляете, как много, мы переезжаем жить на улицу. Такие дела. Как говорится, спасибо этому дому, едем в другой. Ну, как сказать-то, мы все, мы же семья на чемоданах. Вот поэтому и на чемоданах сидим. Сидим, ждем такси. Да, конечно, передвигаться полностью вот с палаткой, с таким количеством вещей, это вообще нереальная история. Ну как реальная, просто мы умрем, наверное. Нет, всем по рюкзаку. Нет, если всем по рюкзаку, поэтому я думаю, что мы припаркуем. Нет, но вот этот, я говорю, со всем вот этим количеством, Настена. Я думаю, что вот это, еще часть. Половину, короче, мы припаркуем где-нибудь. И отправимся в путь. Такси приехало, начинаем. Помогаешь, не раба. Вещей у нас огромное количество. Посмотрите, тачка вообще битком. Так, и это, главное не забыть машинку маленькую. Отходи, Тём. Все, выдвигаемся. В этот раз самое главное не забыть в такси телефон. Да. У Мирошки свое детское автокресло, видите? Давай. Ой, да, сидишь вот так вот, да? Мы доехали. Теперь это надо все дело срочно выгружать. Прям вот так вот, наверное, на землю. Ну а теперь все вот это барахло. О, надо пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 коляска. Теперь это все барахло нужно нам пока-пока занести в кемпинг. Приехали мы уже вот сюда, в наш родной кемпинг. Тут всегда нам рады и всегда нас ждут, как говорится, да? Там уже ребята. Сейчас мы кого-нибудь напрягем. Что они помогают? О, вон они навесы поставили. Кстати. Давайте, открывайте, пошлите. Нас сразу встречает Юля. Антоха где-то ленится, значит. Не встречает. А где? Где грузчик Антон? Пойдем будить его срочно. Привет. Спасибо. Поднял два чемодана этих неподъемных одновременно. И все, короче, спина меня покинула. Прикиньте. Вот это жесть. Что теперь делать? Не знаю. О, ай, слушай, вообще жесть, ага. Пойду напрошусь к Антохе на массаж. Че ты? Человек. Ты же на камеру здороваешься. А что надо, как? Ты скучал по мне? Да. Супер. Благодаря этому кемпингу я восстановил выход силой. Серьезно? Переворот. Да. А я вот спину подорвал, поэтому тебя теперь не научу ничему. Ребята продолжают улучшать кемпинг. Тенек сделали для машин.
таких, да, ну, автодомов. И сейчас создают тенек уже непосредственно здесь, под палатки. Мы стояли в тот раз вот на вот этом месте. Я думаю, сюда и будем снова ставить свою палатку. Ну, посмотрим. Так, сейчас будем смотреть, на местности ли ребята. Вообще автодом подключен. Эх, походу нету, видимо, уехали. Но все-таки Джерика нету, значит, да, они куда-то угнали. Рио-де-Жанейро. Серьезно спасает то, что здесь есть душ с прохладной водой, потому что жара нереальная. Мы, короче, в полном бардаке начинаем готовить. Решили приготовить сегодня борщ без мяса. Берем наш уже любимый такой вот наборчик посуды. Тут же есть питьевая вода, там из фильтра течет. Так, соберем самую большую, как ее, господи, кастрюлю, будем готовить. Начнем, что там уже все разложила. Кто пропустил выпуск, когда мы показывали полноценно эту посуду, то вот Настенка сейчас покажет. Угу, снова. А нет, это, по-моему, небольшая. Большая, мне кажется. Да, вот. Да, все, окей, давай. Мы полный обзор кемпинга уже делали. Посмотрите, кто пропустил. Здесь есть вообще кухня. Так, и Настенка говорит, где-то что-то уже разложила. А, видимо, вот по холодильникам. Вчера, кстати, здесь был рынок, и все забито фруктами, овощами. Есть газ, газовые плитки, целых получается 6-8 даже комфора. Короче, красота. О, вот такую штуку нам надо купить. Это складной таз. Вот такая штука вообще. Такие раковины есть, и кастрюли, и посуды, и канистры. Вот водица, про которую я говорил. А, Мирошка тоже хочет пить? Ага. Пока Настенка готовила обед, мы с Антохой делили пиво. Нет, телефоника. Мальчишки, первый бокал, который я смог налить без пены, я вручаю вам. А тут вы... Мы об этом не договаривались. Отжал, так я отжал. Держи, пропускай. Первый в этом году стакан крафтового пива. Налитый без пены. В Orange Camp. Ты давай не присасывайся особо, я тоже должен попить. Ваше здоровье. Холодненько. Ты слышал там что-то с кухни? Все, иди, делись. Так, Антоха себе нырлил квас. Это Гиннес. Посмотри, пенка. Ага. А, вот это да. Тебе куда пенку налить? Ну вот, первые развлечения женщины, которую выгнали из квартиры. Ты что-то стал немногословен. Пересмотрел Кемпер Тревел? Да. У нас видео из 200 кусочков. Смотрите лес. Пам следующий. Вон автодом стоит. Да. Юля ест пенку. Пенку. Зачем ты пенку ешь? А что делать? Муж так позаботился. Сложная жизнь, да? Угу. Если вы приедете в Orange Camp, обязательно закажите у Димы... Пенку. Осторожней. Ты показал, что Юля плетет? Люстра будет потом... Для кемпинга. Да, у нас такая штука есть в машине. Я тебе предлагаю. Сегодня вечером здесь будет тусовка. Приедут еще друзья наши. Короче, смотрите, какая здесь елка. Здесь вот соберемся, будем развлекаться. А пока хочу показать. Детям поставили здесь вот такой вот шатер. И они теперь здесь тусуются, да, детвора? На сегодня собрание 19.00, будем в прятки-перепрятки играть. Прятки-перепрятки? Всем уже сказали. Не в прятки-перепрятки, а в прятки-догонялки. Ну вы определите, как будет игра называться, потом позовете, ладно? Прятки-догонялки. Все, я по прятки-перепрятки. Прятки-догонялки, я говорю, договорить. Все, давайте, пока. Уже после обеда я думаю, что нужно все-таки поставить палатку, разобрать весь этот бедлам, который мы сюда завезли. У нас тут соседи стоят, наши зрители.
Они тоже, короче, представляете, беременны там на больших уже сроках. Это я к тому, что мы тоже так ездили, нам все писали там, а, нифига себе, зачем так рисковать. То есть мы не одни такие. Так, ладно, сейчас будем раскрывать палатку. Спим мы на обычном коврике. На нем, в принципе, комфортно. Опа, палатка с недавних пор у нас вот такая круглая. Подробно я ее показывал. Сегодня заострять внимание на этом не буду. Смысл в том, что палатка ставится очень-очень быстро и собирается аналогично так же быстро. Вот и по сути все, буквально за считанные секунды она раскрывается, везде москитная сетка, дальше ее колышками прок-прок к земле, и все. Один у нас выход будет с этой стороны, а второй выход у нас будет уже на горы. Смотрите, какая красота. Сегодня мы будем спать на самом деле как цари. Знаете почему? Потому что нам ребята дали вот такие вот толстенные матрасы. На этот матрас мы сверху ложим свой коврик. И у нас получается здесь очень и очень будет спать мягко. Там еще приедут, дадут нам простынку и подушки. Вообще красота. Мы же недавно купили вот такую штуку. Это кемпинговая веревка, как сушилка. Мы сейчас ее хотим натянуть вот так вот вдоль этих двух деревьев. Потому что тут можно белевую веревку, как раньше было у нас. А тут мне на глаза попалась вот такая вот красота. Давайте поставим. Она немножко оказалась коротковата, чтобы ее понизу запустить. А вот по верхним веткам получилось. Вот. Все держится, все хорошо. Видите, здесь сразу же и прищепки. То есть прищепки с собой возить уже не нужно будет. У нас жара более-менее спала. Но еще 5 часов, кстати, нету. В принципе, все равно жарит, но не так, как в 12 было. Мы ее пересидели. И теперь все дружненько. Мы выдвигаемся на море. Пойдем купаться. Посмотрим, как сегодня обстановочка на этом пляже. Ну и вы с нами. Я уже говорил, что от этого кемпинга идти примерно метров 300, наверное, до пляжа. Пляж такой, ну, нормальный, обычный пляж. Сейчас покажу. Нет! Смотрите, кто. Это же медведи. Эй, иди сюда. Эй, иди сюда. Смотрите, и с бородой. Дети. Паш, дай, пожалуйста, мне семку. Не надо им давать. Я не хочу, дай мне, пожалуйста. А вот эти здоровые, а раз стала бычица, три, вторая стала бычица. Ну, ой. Только, Слав, не рассказывай им, что смотри, начался Курбан-байрам. Он на смотри, пихает меня. Да, Родик, отойди, а то она это, пихануть может. Она так пихануть. Иди. Отстань. Отстань. Все, мы ни к кому не лезем. Сам козел. Вот так вот на нас напали козы. Прям Родика в грудах такая. Славян, ну слушай. Маленькие бубенчики висят. Перед пляжем такая аллея, где ведь олеандр цветет, еще что-то беленькое. Это, видимо, беленький олеандр. Хвойный лесок. И там уже непосредственно пляж для всех доступный. А слева-справа это уже отельные пляжи. Ну и вот так выглядит сам пляж. Народу сегодня еще много. Борщ почти. Ну не борщ прям, конечно, но почти. Красота. Надо вон туда куда-нибудь, до буйков сплавать. Там свободнее. У меня, кстати, пацаны плавают до буйков уже и обратно. Идем уже обратно, накупались как следует. Подходим к кемпингу, Мирош кричит. О-о-о! Там вон, видите, дымок идет из печи. Значит, что-то разожгли. Вроде сегодня, видимо, ужин какой-то будет опять. Дима будет готовить.
Че, Мирошка, детям здесь раздолье, да? Пошел в летний душ, сходил, вон весь мокрый, сиди, да, сынок? Красота? А, вот это, да. Вечерочком мы с Настенкой сходили в магазин. Куча всего, короче, купили, непонятно чего. Хотим приготовить ужин, купили сосиски. Возьмем сейчас в баре крафтовое, наивкуснейшее пиво. Блин, ребятки, я, если честно, такое пиво не пил, наверное, уже почти год. Скоро, да, как говорится, почти год будет, как мы уехали из России, не были в России. Такого пива я не пил. На минуточку. Вот так вот. Такие дела. Покажу вам человека, который всегда за компьютером, и он уже превращается в обезьянку, знаете, вот, которая постоянно сидит, и вот только вот и что и делает это... Люди. Что? Привет, люди. Да. У него серьезно, на самом деле, уже проблемы, отклонения из-за компьютера, поэтому не проводите столько времени за компьютером, сколько проводит этот человек. Пошли пиво пить. Давай, быстро. У детей в шалаше туса, поэтому мы им тоже купили кучу ништяков, короче. Нате, берите. Смотри, все. Спасибо. Это на общак, пожалуйста. Пойдем, идем. Детей здесь огромное количество. Мирошка нашел себе сестренку. Смотрите, как смотрится прикольно. Гуляют вместе. Расчехлили снова посуду. Начинаем готовить. Сейчас сосисочки, макарончики. Кто приехал? Здорово! Блин. Балийская женщина. Здравствуйте. Да, загорелая. Я уже отмылась немножко. Серьезно? Ну, конечно. Приготовили мы ужин. Ну, естественно, собрались все дети кемпинга здесь. Ты тоже ребенок, что ли? Уйди из кадра. Уйди из кадра. Ну так вот. Ты не знаешь, что это значит, поэтому... И теперь вай-вай-вай. Что это такое? Ничего. Дорогие, любимые наши гости. Сегодня у нас солянка-партия. Все за стол. Так. Вот значит, это да. Идем в раздачу. Опа-опа-опа. Так, пока все рассаживаются, а Антоха снабжает пивком. Да. Чин-чин. Смотрите, какая обстановочка. Только в этом кемпинге так возможно собираться. Смотрите, хотел сказать круглый стол, потом понял, что не круглый. Мы все за этим столом сегодня собрались. Я каждого рад отдельно, вместе. Всех видеть, что вы выбрали наш кемп. Что вы сегодня здесь, что все вот так, как оно есть. Все отличные люди, все добрые. Я честно с душой готовил эту солянку, я старался. Я вложил в нее не только продукты, но еще и часть такую какую-то себя. Так что всем приятного аппетита. Спасибо. Уже на самом деле все темно. Вот так вот будет лучше. Осталось только постелиться. Вот видите, нам весь комплектик дали. Спасибо огромнейшее ребятам. Все, сейчас будем стелиться. Кстати, подушки уже застелены. На улице это делали. Сейчас быстро простынь и красота. Сегодня спим на очень мягком матрасе относительно палатки. Но я показывал уже. Вон, видите, какая перина. И все, и будем ложиться спать. Так что, спокойной ночи. Вот такое у нас доброе утро. Под шикарный квас.
от Димы. Я сажусь монтировать для вас этот видеоролик, который вы сейчас смотрите, и этот выпуск, естественно, завершать. Кто не подписался, подпишитесь. Кто не поставил лайк в начале, обязательно поставьте, пишите комментарий. Не забывайте, что у нас в телеграм-канале мы подготовили бесплатный PDF-файл со всеми нужными ссылками на нужные сервисы, которые облегчат ваше путешествие. В общем, все ссылки там. Пока!